Привет всем, с вами Лига Music Wars. Ну а сегодня у нас мега обзор. Итак, обладатели тронов 21 года. Начнем мы с 10 декабря. И первый у нас на очереди Пирочика. Виталь, привет. Итак, изначальный трон. Поздравляю. Много претендентов, поэтому долго задерживаться не буду. Сейчас посмотрим, скольких знаю. То есть, честно, Кундао. Вован, привет тебе, обладатель абсолютного трона. Едем дальше, Бумтрик. Итак, обладатель изначального трона. Славик, привет тебе. Добро пожаловать с возвращением. Пупсик. Обладатель изначального трона. Кстати, не знаю кто, честно. Вот не буду гадать, не буду, не знаю. Так, поехали. Обладатель изначального трона, Серега, привет. Кстати, из-за трона не видно нифига. У тебя очень красивая студия, а ничего не видно. Ну, как бы так и есть. Кукрыниксы, обладатель просто кристального трона, не знаю, кто такой. Едем дальше, Бумтрек осмотрели. Перфект Ван, обладатель чего? Изначального трона, Андрюха, привет тебе, удачки. Кукрыниксы, Бумтрек. Это как же хохотал уже. 12 декабря, день Бумтрека. То есть он полностью разом все взял. Ласковый Амур. Первый ледяной трон. Я тебя поздравляю. Надеюсь, последний. Ну, хотя, возможно, и так. Ральфик, привет тебе. Не помню, как зовут, честно, не помню. Не буду гадать. Имею в виду, все нормально. Изначальный трон. Так что, желтенький, поздравляю тебя. Так, Вовчика я поздравлял. Жена Картона. И изначальный трон. Поздравляю. Человек заслужил, как говорится, долго. Так, Пупсик я посмотрел. Так, Молли первый раз вижу. Арктический трон. Ну, нормально. Так, Белугина все знают. Белугин давношний. Изначальный трон. Привет тебе. Не знаю, кстати, тоже по имени кто. Часто вижу, так, жена Картона. О, Эльфугу знаю, да. Красивый перс, мне очень нравится, тоже классный. Недавно взяли студию, то есть, ну, как бы студия есть студия. Изначальный трон, 25-й. О, кстати, он сильно огромный, он реально студию, падла, всю загораживает. Просто загораживает. Так, Пупсик, Эльфуга, Пупсик, Блэк Кобра. Из тех, кого, короче, я не видел. Итак... Изначальный трон 17-й. Ну ничего, нормально, чуть-чуть докачаешь. Поздравляю тебя, Кобрик, поздравляю. Итак, Кундао еще один взял. Так, вот этого вообще не слышал никогда. Лон Вен, 5-й уровень. Какой-то чувак появился у нас на 5-м уровне. Прям очень навороченный, я так смотрю. По характеристикам для 5-го. Красавчик просто. Блэк Кобру смотрели. Итак, следующий. Лоуленд Бет. То есть, ледяной трон, характеристики кристаллоида, все как положено. Поздравляю тебя. Умка, ледяной трон и первые вариации. Неплохой перс, навороченный, поздравляю с троном. О, Максимуса знаю, из Приднестровья. Красавчик, вообще просто молодчинка. Изначальный трон. Ну, блин, по Максимусу можно было бы понять, конечно. Блэк Кобра, Максимус. О, Джобсик. Привет тебе, 6-й уровень, с возвращением, еще раз тебе, чувак, с возвращением, ледяной трон, 1-й уровень, я тебя поздравляю. Поехали дальше. Лоуэна, кстати, не знаю, на 5-м уровне, говорю, очень интересный чувак, откуда взялся, откуда вылез, я не знаю. Вибек, ребят, изначальный трон, 19-й, красавчик, 30-й уровень, сталкиваюсь только на полигоне, ребят, честно, не знаю. Мислета. Вообще, самая любимая девушка нашего Руни. И кто не знает, изначальный трон, 19-й. Поздравляю. Изначальный трон, кстати, теперь каждый раз хотя бы по одному трону, короче, брать надо. Ну, типа, вложились и все. Ватрушка. Ватрушку знаю, часто попадается. Часто на нее ругаюсь на полигоне. Не хочу с ней попадаться. Поздравляю с изначальным троном тебя. Изначальный трон просто... Крут, конечно. Так, Максимус я смотрел. Блэк Кобру смотрел. Так, кто еще? Ребята, Киндер Джо. 7-й уровень. Изначальный трон. Круто. Ребят. Но это
Всем, кто сидит, короче, на седьмом-шестом уровне, наверное, он всю кровь повыпил. Вообще. Вальсингам. Не знаю, кто такой. Как ты вообще просто сочетание. Сочетание букв в одном слове. Арктический трон. Поздравляю тебя, поздравляю. 21-й год для многих вообще классно прошел. Кобра. О, токсин. Токсин 30-й. Этого тоже человека постоянно вижу. Хорошо играет. Парнишка классно играется на полигоне. Поздравляю тебя с ледяным троном, чувак. Поздравляю. Красава. Красава. И последние ребята здесь, кто есть, это Заноза. Заноза взяли кристальный трон. Не знаю, последний, скорее всего, не возьмет. Осталось буквально 20 минут, и Заноза, скорее всего, не возьмет еще один трон. Но поздравляю тебя, тоже поздравляю от всей души, ребят. И закрывающий, ребята, 1 января взявший трон, домохозяй, этого я знаю, Вовчик. Вовчик, привет тебе, привет. Итак, всех, кто взял троны, всех, имею в виду, всех поздравляю. Ребят, ну, честно говорю, как у нас говорят, есть крутые ребята в этой игре, и вы как раз к ним и относитесь. Всем большой привет и всех с Новым годом!